Обсудим ошибку F1. Наиболее частая ошибка. Сейчас я покажу, как это дело устранить. Нажимаем F1. Заходим в BIOS. В BIOS с помощью стрелочек перемещаемся в Boot. Выбираем второй пункт. Нажимаем Enter. И здесь white for F1 if error. Ставим enable, это активное состояние. Выбираем disable. Стрелочками нажимаем escape. Escape. Вышли в главное меню. Стрелочками перемещаемся. Exit. Нажимаем exit, выйти и сохранить. И перегружаем компьютер. Сейчас наш компьютер загрузится без вывода окна F1. F1 это типа как бы помощь. Сейчас мы в этом убедимся. Идет загрузка. Появился логотип BIOS-а. Режим ожидания. И дальше идет загрузка системы. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, мой способ поможет вам решить эту простую задачу, чтобы не нажимать клавишу F1 для продолжения работы.